Привет всем. Небольшой обзор, как я опять ставил Linux Ubuntu. Ну, перед этим я Mint только что ставил. И для чего я ставил? Вообще посмотреть, как Wi-Fi адаптеры работают. Потому что я не понимал, то ли они ломаные, то ли компьютер ломаный. TP-Link T4UH называется модель. Драйвер сначала не поставился, потом кое-как я нашел эти инструкции, и адаптеры заработали. Причем у меня два этих адаптера, работают они хорошо, не отваливаются, подключаются с первого раза, все нормально. Но только целый день я этот драйвер ставил. Ну, я думаю, в Минте бы поставился. Сейчас вот Ubuntu стоит 20.04. Работает шустро, но та же самая история, как я и раньше ставил. Не помню точно когда. Нету драйверов, потому что как бы драйвера все закрытые. И все. Ну, они как бы есть, но где-то их люди раскидывают. Для каждой новой версии нужны новые драйвера. И даже не то, что играть, как бы, ну ладно, я играть здесь как бы не нужно. И можно на приставке поиграть. Но вот здесь вот, например, я OBS поставил, думаю, вот зашибись, OBS. Но я не смог записать. Он записывает файл, потом его не открывает, потому что 264 кодек, и почему-то он не вставится. Ну, наверное, бы я посидел неделю опять и поставил бы 264, но никак не ставится. С одного, со второго места пихал, не поставить. А он записывает почему-то только 264, хотя я ставил в настройках там и другой какой-то кодек. Ну, все равно ничего не воспроизвелось. И вот так вот с каждой программой придется возиться. То есть потенциал хороший. Все быстро ставится. Сама система ставилась просто, ну, 5 минут быстрее. Даже Windows. На тем же самом железе система быстро очень работает. Ну, вот эта история и в те разы было то же самое. Я ставил Ubuntu, Mint, и хотя там какой-то он пропихивал драйвер видеокарты. Здесь почему-то он не поставился у меня. Не знаю, даже не предлагал. Просто как-то не ставится, и все. То есть вот так и то же самое ситуация, как и раньше. Все прекрасно, работает, но кодеки, драйвера все половина позакрытые, поэтому то вот Wi-Fi модуль, дальше вот запись не будет работать, потом я что-нибудь еще подключу, опять что-нибудь не будет работать. Неудобно. Я понимаю, что как бы там лицензии, но получается же чушь. По идее, вот они хотят, например, ну, я ж купил товар, я ж купил видеокарту. То есть, как вот ты там хочешь украсть какую-то там лицензию. А что я украл? Производители Android телефонов я купил, производитель платит за Android, то есть я заплатил. Железо компьютерное какие-то я купил. Так, что-то оно выключается. Там тоже все эти лицензии. В общем, какой-то тупик. По идее, есть кодеки открытые. VP9, OGI. Но почему-то их мало используют. Ну, это же самые видеодрайвера.
Так плохо, так и не делают, по сути, нормально для Linux. Ну, это я так для истории просто записал. Сейчас май 2020-го. Как бы одновременно и хорошо, и плохо. Все работает. Можно, вот я запустил интернет по кабелю. Сразу заработал. Ну, у меня просто нет кабеля сейчас. Можно с браузера стоят, зайти, YouTube смотреть. То есть такие простые задачи все работают. А вот всякие более сложные уже почему-то не заработал. Очень, ну, грустно все это наблюдать. Стоит фактически на месте, потому что, ну, с устройствами, чтобы устройства бы все работали, видеодрайвер всегда был бы новый, ну и все просто идеально было бы. И Windows не нужен. А игры, ну, плевать на, можно Windows поставить, можно этот, приставка, на приставках играют. Я, может, сам бы на приставке поиграл, но не, вообще сильно играть неохота. Ну вот так вот. Не знаю, что будет в будущем. По идее, производители как бы собирали бы и подпихивали драйверок там на определенный, как вот Ubuntu, и работало бы у человека. Человек бы сидел там 10 лет на одном ноутбуке, как я и сидел, и можно было бы делать. Но производители, их Intel с Microsoft купили, и поэтому они Windows пихают. Ну, этот ролик как бы для начинающих. Может, какие-то специалисты есть, там скажут, да, репозитарий, добавь. В основной массе это люди делать не будут. Поэтому нужно, чтобы работало все попроще. Ну, вот такой обзор Ubuntu 20.04 версия и Mint какой-то 19.3, по-моему, версия. Любую ставьте. Более-менее нормально работает. Без игр, естественно. Программки через одну будут работать. Ну и придется все время вот что-то подыскивать, может быть. Ну, если какое-то новое устройство, ну, диктофон у меня почему-то заработал, как USB устройство. Вообще сам автоматически. Иногда что-то подцепляется, Bluetooth там фигня, вообще подцепилась старая сама. А вот видеодрайвер никак не поставился. И с 264-м кодеком проблема. А в другом я не смог записать. Вот. Ну, а то, что я хотел проверить, модули Wi-Fi нормально работали. USB адаптеры модули. Нормально. Хорошо работали. Хорошо работают. Если драйвер поставился, то все железно работает. Ну, дальше я уже подумаю, что делать. Ну, всем до свидания. Ставьте Mint и Ubuntu, или Ubuntu, что нравится. Ну, вообще можно вторую же, как бы на один диск там Windows ставишь, на другой этот Ubuntu. У меня есть несколько дисков, может быть, так и сделать. Я сейчас поставил на основной диск, а можно же на второй запихнуть. Наверное, так и сделаю. То есть, что там? Ну, два диска. Ну, диски дешевые. HDD, блин. HDD эти там 2000 рублей диск. Да, что ты выключился? 2000 рублей диск. И все. А USB флеш можно поставить. Если быстрое. Наверное, так и попробую. На основной неудобно, конечно, ставить.
Хоть даже когда и умеешь, все равно времени много уходит на эту возню. Ну, теперь все. До свидания.